инновационные технологии в медицине. В республиканской клинической больнице хирурги провели операцию на пищеводе по новой методике. В чем ее суть, расскажет Ирина Волкова. На операционном столе мужчина, который несколько лет назад проглотил аккумуляторную жидкость. Глотка, пищевод и желудок сильно повредились, ожоги затянулись, но при этом сузился пищевод. Его нормальную величину сейчас восстанавливают из ткани желудка. При этом на теле пациента делается всего лишь несколько надрезов. Это мини-инвазивное хирургическое вмешательство. За манипуляциями с внутренними органами врачи следят через экран. У нас имеется видеоэндоскопическая стойка, появляются современные сшивающие аппараты, которые позволяют формировать именно из желудка трансплантат, который мы пересаживаем на шею. Операции по восстановлению пищевода в год проходят 15-20. С малым доступом и минимум разрезов только вторая. Пациент, которого прооперировали 8 июля, на следующий день смог самостоятельно встать. Для сравнения, после открытых операций пациенты лежат в реанимации несколько дней. Сокращается и время восстановления. Уже через 2 недели больного выписывают домой.